Во всем мире сегодня празднуется День психического здоровья. В Павлодаре тоже не оставили его без внимания. В местном городском саду участники клуба «Аль-Рами», а также реабилитационного центра «Шсамал» устроили праздничную программу. В Павлодаре этот день празднуют уже шестой год подряд. Объединение душевнобольных устраивает шествие по городу и продолжает праздник в парке. Заместитель директора клубного дома Бибигуль Шарипова отмечает, что делается это с целью привлечь как можно больше внимания к проблеме реабилитации таких людей в обществе. Почему мы проводим марафон шествия, как и во многих других европейских странах? Потому что мы единственный международный аккредитованный клубный дом в Казахстане и в Средней Азии. Метод реабилитации мы прошли методом тренингов в Европе. Люди с психоневрологическими заболеваниями реабилитируются намного быстрее и эффективнее, когда мы относимся к ним как равный равным. Сейчас в клубном доме числится 100 душевнобольных, но специалисты говорят, что такой категории граждан больше. Наша цель – это трудоустройство. И они приходят к тому, что они могут трудоустроиться. Это наша, ну, суперцель, скажем так. Хорошо. Стать здоровыми членами общества и быть включенными в социальную жизнь. Поэтому шествие – это тоже показатель того, что мы здесь, мы в городе. Посмотрите на нас и принимайте нас. Я скажу, у нас большой прорыв. В этом году у нас мы заключили договор промежуточного трудоустройства со столовой «Базилик», которая приняла нашего члена клуба на работу именно по промежуточному трудоустройству. Стоит отметить, что здесь же была организована ярмарка вещей, которые участники клубного дома делают своими руками. Все собранные средства пойдут на погашение долга за новое здание клуба «Аль-Рами». Сабин Рахимбай, Амир Ерланула, Ертыс Ахпарат.